Пока Яра не может заснуть из-за слитого IQ. Кто-то оставил нож в комнате ожидания. Пока Финн подружился с Чиппи. Кто-то втихаря ее слил. Пока разработчики исправляют баланс в игре. В плеймаркете вышел новый патч. Ну и пока мы готовимся к крупному глобальному обновлению, я разыграю для вас еще 250 алмазов в этом видео. И всем здорово, подозреваемые, и с вами, как всегда, Саня Слоун, а это самые официальные новости по игре Suspects на моем канале. В общем, как всегда, не забудь поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. А также не забывай про нашу официальную группу ВКонтакте и наш личный Discord-сервер, где ты с легкостью сможешь найти себе тиммейтов для игры. Все ссылки, конечно же, в описании. Ну и давайте уже начнем. В общем, вчера, после того, как я выложил видео про будущую глобальную обнову, практически сразу вышел новый патч, в котором были исправлены ошибки с зависанием при старте игры. Также был исправлен баг с текстовым чатом, когда после голосования открытый текстовый чат оставался на экране и игра полностью зависала, ну и другие мелкие баги и ошибки. В общем, если вы еще не обновили игру, то обязательно сделайте это, иначе баги так и останутся. Также сегодня я вел дискуссию с разработчиками по поводу баланса в игре. Напомню, что в прошлых своих видео мы поднимали тему баланса, особенно в тех случаях, когда играть приходится за роль убийцы. За проигрыш нам тогда снимали очень много IQ, и многие игроки бомбили от этого. Нам поступило очень много запросов по этой проблеме. Вы много писали комментариев под видео, прислали кучу сообщений к нам в официальную группу, и мы передавали все это разработчикам игры. В итоге мы получили фикс баланса. Но даже после того, как IQ за проигрыш было снижено, этого нам все равно было недостаточно. И буквально сегодня я дискутировал с разработчиками на эту тему. Требовал от них сделать в игре равноценный баланс как за победу, так и за проигрыш. И нас все же услышали. В итоге баланс все же будет изменен, и за проигрыш убийцы нам не будут снимать так много IQ. Наверное, теперь можно выдохнуть. Осталось только подождать, когда баланс будет исправлен. Также эксклюзивно для моих подписчиков я буду открывать некоторые занавески, касающиеся глобальной обновы. Да, как я и говорил в своем прошлом видео, разрабы готовят для нас очень крупное обновление, в котором по-любому будут новые режимы, новые роли и новые карты. Вы не ослышались? Я сказал не карта, а карты. То есть их будет несколько. Возможно сразу, а возможно через время. Но главное, что будет больше одной. Но теперь ты понимаешь, что не зря скачал эту игру. И вдобавок ко всему, чтобы вас еще больше удивить, разрабы готовят нам еще крутые подарки на глобальную обнову. Так что помимо новых режимов, новых ролей, нового функционала игры и новых карт, нас еще будут ждать халявные подарки. Кстати, на этом канале перед обновой будет эксклюзивное видео с полным его обзором вдоль и поперек. Мы посмотрим все, что разрабы нам завезут и что за подарки будут нас ждать при входе в игру. А теперь, как я и обещал, розыгрыш на 250 алмазов моему случайному подписчику. Но перед тем, как мы приступим, я хочу показать вам случайного победителя из прошлого розыгрыша. И им оказался вот этот случайный подписчик. Алмазы я, конечно же, уже отправил ему на баланс, с чем его и поздравляю. Ну а все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в новом розыгрыше, это всего лишь навсего поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал с колокольчиком и написать любой комментарий с вашим игровым ID, который находится в настройках игры. Также не забывайте, что в нашей официальной группе ВКонтакте и нашем Discord-сервере проходят два активных розыгрыша по 250 алмазов в каждом. Поэтому советую вам и туда залететь тоже. Ну и с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо и увидимся в следующем видео.